Сейчас ей 38, и она снова в разводе. Первый супруг-американец был старше на 30 лет и хотел сделать из нее звезду Голливуда. Второй изменял и отобрал единственную дочь. А с третьим красавцем-актером Никитой Зверевым наша героиня не прожила и 3 лет. Почему Юлия Маврина стала отшельницей и как яркий успех превратился в полное забвение?